Айо, на связи МРТ, это возрождение рубрики «С нуля до ножа» в Блокпост Мобайле. В прошлой серии, в финале, как мне казалось, я получил вот такой вот ножик за террористов. Казалось бы уже, все, рубрика закончена, но вы захотели, чтобы я еще получил ножик, скин на ножик за контртеррористов, а именно вот такой вот Knife Bow, какой-то из этих скинов. Поэтому сегодня получаю, будем продолжать эту рубрику, пока я не получу еще и скин на эту сторону контртеррористов, потому что, ну, за теров я не всегда гоняю, чисто половина игры за теров, половина за КТ, а как я? Половину игры без ножа, половину с таким сосочным ножом все-таки надо исправлять, полетели в каточку, у меня сейчас 232 синих монеты, полетели просто фармить в командный бой. Кстати, я же тут часто собираю ежедневную награду, я уже на 10-м дне ежедневной награды, и у меня уже накопилось 68 гаечек, давайте я их потрачу все, наверное, на эмочку, я с нее часто играю, вот так вот просто, и я получил только лишь пламя-гаситель, к сожалению. Ну, давайте его хотя бы оденем, слушайте, пока что мне на быстрого доступа магазин не хватает, к сожалению, но ничего страшного, все в будущем будет. Сегодня, кстати, еще 1000 киллов, скорее всего, я думаю, я апну. Ну, 100% апну. Еба, мама! Ну, пиздец, ну я нубер, а? Пожалуйста, ну последний килл, мне надо 30-й килл сделать. Ну... 29 киллов, ну какого шпенсела. Короче, 29 киллов нормально сделал. Выходим. Здесь еще и реклама залагал. Не, ну игра просто помоющая. Ну реально. Извиняюсь, разработчики, не заканчивайте мне выдавать колду. Это все была шутка, короче, шутка, рофл. Ну я перезашел, в чем смысл? Я даже двойную награду не могу взять. А че? Не, ну реально, мне кажется, если так будет продолжаться, то рубрику я закончу быстро. В плохом смысле. Ну просто пидорас. Ля, какая сосочка, просто уф. О, ебать хэд. Ну, про... Да, 10 киллов. Ужасно. Ну хотя бы реклама идет, кстати. А не закрывается. Кстати говоря, у меня тем временем уже 9-9-9-3-9 киллов. Давайте последний килл я дам в арене снайперов. Очень красивый, хочу дать даже его, когда буду падать. Так красиво еще никто не делал. Смотрите, то бишь я иду, и сейчас мне надо успеть упасть и фазумик. Пиздец. Вторая попыточка, опа. У меня сейчас, если я дам хороший килл, прям хороший, и меня не убьют, у меня будет 1000 киллов и 500 смертей. Фух, сейчас главное мне не налажать. Просто красиво надо. Я даун. Все, у меня 500 от насмерть, ну все, похуй, можно уже сливаться. Сейчас точно у меня все получится. Оп, 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 баня хопчик. Ну пиздец. О, все, выходим. Какого хуя у меня 502 смерти? 1.99 у меня ФС, КД, грустно. Ну зато, слушайте, первая 1000 киллов на этом аккаунте, ё-моё, у меня на основе только 4000 киллов, и на этом уже 1000. Это успех, я считаю. Да, блин, я крейзи! Ну просто уебанчо. Нет, пожалуйста, не убивай, брат. О, ебать, хаешечка, прям в лицо прилетит. Ладно, пацан. Я даун. Я даун. Я когда вебку ударил, она у меня начала очень сильно лагать. Пиздец, я просто такой толпоёбус. Сейчас буду пытаться чинить. Спустя долгие разбирательства я наконец-таки починил вебку, потому что я ее вот так вот ебанул со всей руки. Бля, надо бы поосторожнее быть. Ой, я бы сейчас с автом. Не закрывается, конечно, просто мразь. Я, походу, не пофи... Охуеть, все. Зачем я ударил по вебке? Я капец такой даун просто. Все, теперь у меня слайд-шоу какой-то вместо вебки 60 FPS. Просто я такая горилла, нахуй. Спустя несколько дней я наконец-таки починил все. И теперь все прекрасно работает. Я даже могу похлопать. Полетели в каточку, ё-моё. Ну, ха.
ё-моё. Да. Бля, мы друг друга сейчас. За руку съёбишь. Сколько я киллов сделал? 23 килла, нормально. Главное, чтобы у меня сработало это, я не ебанул вебку со всей... Если что, есть микрофон. Чё я так слабо ударил? Бля, ну с... Почему решетка не про... Реалистично, заебись. Good aim, 19 на 3 я вышел. О, а дабл. Сука, ну стоп. Ой, 11 кд, я вышел неплохо. Так-так. Ну, урон не регает. О, брат. А что с уродом? Сейчас на ножик. Здорово, мужики. Что делаете? Прощай. Что с уроном, просто пидорас, камерик. Ой. Да куда ты прыгаешь? 30 киллов я практически дал, можно выходить. Главное, чтобы меня сейчас вот главное не кикнуло, потому что я очень-очень старался сейчас, прям потел таки, и... У меня получилось! Двойная награда. Хэшку лови и префайр. Что? Ну, а урон где, блин? Блядь. Наебали лоба. 15 киллов, 10 смертей, но меня сильно бомбило. Я, ну, не выкидывай меня, пожалуйста, бля. По-братски, давай я даже в твою игру поиграю. Так, вот тут... Я просто упал. Меня перестало выкидывать. Только лишь на 800 монетах, блядь. Ну, может, потому... Пока, опять пролил на блога! Извините, но я должен был это вставить, блядь, сейчас. Сука, что это было? Сус! Нет, ну, не убивайте, парни, я... Пидорас. Ну, пиздец. Бич, окей! Ну, а что у тебя? У меня валет и туз пиковый. Я китай табло, похуй на терплу, я даю им кокос. Главное был Пабло. Пабло. Блять, я это записывал полчаса назад, у меня чувство, как будто бы я сейчас другой человек, блядь. Мне кажется, я чем-то накачался. Хотя я ничего не употребляю, честно. Фух, ну я и зажидал его, чисто. Просто 3 скиллов, 12 смертей, я считаю, это победа. Главное, чтобы мне сейчас не заб... Ой, ну все, просто идеально. Дабл, у меня почти косарик. Бля, ну просто пидорас. Ой, братик, можно тебя чпокнуть? Неплохо, 24 килла на 7 смертей, вылетаем просто из игры нахуй. Префайр. Смотри. Сиди, долбоец, грыжку. Ой-ой-ой. Ну, стой, пожалуйста. Я не буду тебя факать. Прости, я люблю краба хавать. Прости. Иди нахуй, пидорас. Что за уродом? Тут 22 килла, выходим. Выкидывает меня. Доблю, савиньон! Чувствуешь это, сука? Ноль, ноль регистрации урона! О! А где рек урона? Просто! Как удалить? Ну сейчас, парни, очень важно.
Вот вы сейчас досмотрели видос и можете вынести вердикт. Что мне, вырезать такие ёбнутые моменты? Просто такой кринг. Я не знаю, у меня сам по себе включен режим клоуна, даже когда я сам с собой, блядь, что-то делаю. Я всегда что-то клоуничаю. Напишите, может мне вырезать, а быть серьезным дяденькой. Вырезать, все делать нормально, либо оставлять такие, вот просто такие даунские моменты, где я просто такой, короче, в моей голове это все выглядело так, то что я играю просто под музыку и себе спокойно сижу, а потом я пересматриваю и вижу, как я ору на весь дом, примерно вот это. Я не буду тебя трахать, прости, уже забываю бары. Доплю савиньон, лолипоп, я не ныряю в дабл кап. Поэтому, пожалуйста, обязательно напишите в комментариях мне вырезать такие уёбнутые моменты, с которых просто хочется провалиться под землю, либо оставлять их.